знаем, что из-за пандемии в мире многие не могут приехать и посмотреть на то, как строится их дом, строится их квартира. Поэтому мы специально снимаем это видео для вас. В данный момент завершены уже строительные работы по каркасу. И, как вы можете видеть, ведутся отделочные работы на фасаде. Вот образец фасадного остекления. А также мы специально сняли видео внутри подъезда, как ведутся работы по отделке подъездов и разводке коммуникаций. Надеемся, что в скором будущем все-таки границы будут открыты, и мы вас всех увидим.